большой театральный праздник для России. И завтра на площади Островского в 18:00 мы ждем всех вас на большую церемонию открытия театральной олимпиады. И сегодня, в преддверии театральной олимпиады, голландский театр ГАЭС из Нидерландов подготовил для вас сюрприз и сам пришел к своему зрителю, спустился в метро. Встречайте Одиссея и Пенелопу. Вы сейчас увидите, как они встретятся, точно так же, как мы встречаемся и расстаемся каждый день в метро. И завтра вы сможете увидеть спектакль «Одиссея» полностью в исполнении театра ГАЭС, Нидерланды, на площади Островского во время церемонии открытия.